Коллеги, здравствуйте. У нас сегодня короткий формат. Гильермо. Здравствуйте. Sorry, I respect all of you. You are doing a very good job, but today, because it's a lot of things together in the last period, so I will not answer you. Sorry, I am sorry, but I respect you. I hope you respect me. Okay? Sorry. Thank you. Да, хочу попросить прощения. Я с уважением отношусь к вам, к вашей работе. Вы делаете ее хорошо, но за последнее время произошло слишком много вещей. Это действительно уже переполнило все рамки, поэтому сегодня я не буду отвечать на ваши вопросы. Я уважаю вас, надеюсь, вы будете уважать меня. Спасибо.